Замприятца в России Дмитрий Медведев озвучил предложение по теме льгот для детского туризма». По мнению Дмитрия Медведева, можно сделать детский туристический кэшбэк ежегодным. Это позволит существенно экономить на путевках в будущем. Также он отметил, что необходимо провести модернизацию системы летних оздоровительных лагерей. Практически их нужно возрождать, так как большинство лагерей были построены в 60-70-е годы прошлого века. Подробности на сайте.